ну. Руши, ломай. Вращать ворот. Ну я понимаю. Я их вращаю, вот я не вращаю. Очевидно. Тащи ее, тащи.
понял. Стоит вставать у меня на пути. Делать работа у него такая.
стоило бежать. Все, я вдуплил, я вдуплил. Сейчас все будет. Продолжение следует...
8. Включаем. Включаем. Все. Осталось только когти прокачать. Еще 12, еще 11 уровней. Где? Что-то по ударам. Нормально. Ага. Сэр, это Логан. Район зачищен. Двигаюсь к деревне. Отлично. Встречайся с отрядом около деревни. Живее! Вас понял. Конец связи. Вижу пятерых противников. Прием. Дешевые наемники без подготовки.
Крит на позиции. Готов, Виктор? О, да. Поохотимся. Полегче, Виктор, тебе ясно? Рейд, снимай их. Это не олово. Спроси его, откуда этот камень. Говорит, это особый камень. Вроде как с неба упал. Это правда. Молчи, Логан. Ты же не знаешь их языка. Зато чувствую ложь. Это метеорит. Скажи ему, что этот камень для меня гораздо важнее его жизни. Ну что ж, с любезностями покончено. Даже и не думай. Что ты творишь? Я не буду в этом участвовать. Уговор был другим. Ошибаешься. Не лезь, Уэйд. Мой брат. Моя забота. И мой приказ. Уф. Весело. Свежее мясо. Оба. Перед тем, как убить тебя, я хочу знать, зачем. Логан,
С возвращением на войну. Нам нужна твоя сила для пула. Убийцы мутантов. Дэдпула. Ха-ха. Тебя на удивление легко было обмануть. Кто ты? Рэйвен? Она настоящая, приятель. Живая. Расскажи ему о своей смерти. Они дали мне шприц гидрохлоротиазида. Снижает сердцебиение почти до нуля. Дыхание останавливается. На 6 минут ты мертв. Кайла шанс для вашей расы, Логан. У нее дар телегипноза. Способность влиять на людей через физический контакт. Это была неправда. Но не для меня. Я не хочу убивать тебя, Логан. Есть другой выход. Ты можешь жить, зная, что любимая женщина предала тебя. Или... Или что? Мы сотрем тебе память. Всю. Помнишь ту историю о парне, который хотел подарить цветы Луне? Я тогда не понял. Я думал, ты Луна, а я твой Росомаха. Но ты ведь Трикстер, да? А я просто обманутый дурак. Нет, Логан. Приступим. Все воспоминания, которые у вас есть, исчезнут без следа. Отлично. Что, если это не сработает? Пуля из адамантия в голову сотрет все, что там есть. О, пожалуйста, не надо! Я сделала все, что вы просили! Вы сказали, что отпустите ее! Я прикончу тебя. Да ладно. Я исцеляюсь, как и ты. Ты не знаешь, как меня убить. Отрежу твою поганую башку. Может, это сработает? Да, у тебя серьезные неприятности. Знаешь, почему я так бешу тебя? Потому что внутри я такой же, как ты. Животное. Давай же, прикончи. Нет, Логан, ты не животное. И твоя любовь была настоящей. Даже когда меня не было рядом, ты любил меня. Ты жив благодаря ей. Прости. Страйкер держит в плену мою сестру. Он убьет ее, если я не сделаю, как он скажет. Уэй, это ты? Кайла, спасай свою сестру. Я сам здесь разберусь. Раньше ты любил поболтать. Видимо, кто-то решил заткнуть тебе рот. Ладно, сыграем в твою игру. Yeah!
прошла. Вот он. Эти пилки должны впечатлить меня. Минус месье Пуль. Жаль, что до этого дошло. Чё? А, это то, что у меня в костюме. Ого. Наверное, это способность от Рейна. Лаги игры. Ух-ух-ух-ух. Пилки должны впечатлить меня. Падай давай. Мистер Пул. Ой. Хоть внешность тебе подправил. Как ты мог позволить Страйкеру сделать это с тобой? Что-нибудь в рукаве спрятал? Последний файт такой, блин, долгий. Ну, хоть внешность тебе подправить. Thank you.
должны впечатлить меня. А еще что-нибудь в рукаве спрятал? Сам напоролся и сам упал. Трудный он, блин, Дэдпул этот трудный. Ну, хоть внешность тебе так правит. Все, сейчас можно короче без ошибок делать. Страйкеру сделать это с тобой. Пилки должны впечатлить меня. Ну все, отпивай тебя. Бжик.
держать меня здесь, чтобы упавшая башня похоронила нас обоих? Я думал над этим. Ты не убил меня, Джимми. Скажи, почему? Мне противно это признавать, но мы братья. Это правда. И хотя ты пытаешься это скрыть, мы оба животные. Я хочу, чтобы ты помнил. Я не такой, как ты. Мне нужно найти Кайлу. Знаешь, братец, я всегда буду рядом, чтобы напоминать, кто ты на самом деле. Activision, пожалуйста, не баньте меня за авторские. Логан, я... Давай поговорим дома. У таких, как мы, не бывает дома. Может, приставишь пушку себе к виску? Просто иди на юг, пока не сотрешь ноги в кровь. Ты всегда хотел забыть то, что сделал. Но если ты меня хоть когда-нибудь вспомнишь, знай, что я всегда любила тебя. Я всегда был росомахой, и я всегда был один. Наверное, я буду одинок до самой смерти. Но я все еще жив. Я прошел трудный путь. Иногда мне хочется забыть все эти годы. Столько смертей, столько потерь. Но у меня еще есть работа. Думаю, мне стоит сказать спасибо. После того, как ты уничтожил стража, я изменил свои взгляды на роботов и протезирование. О чем это ты, дружок? Слышал, что пуля из адамантия пробила твою тупую башку. Ты мало что помнишь. Жаль. Я планировал сделать с тобой кое-что очень плохое. И лучше, чтобы ты помнил, за что. Охрана! Охрана! Знаю, дела часто идут не по плану, но не стоит сдаваться. Пусть весь мир разрушен, но я знаю, как его починить. Ура! Ну что ж. Логан пройден.
Всем спасибо за просмотр. Мы с вами закончили Логана. Так что давайте. Всем удачи. Всем пока.